по пути к водопадам. По дорожке вот мы идем, и с правой стороны увидели столовую Акрыфарта. Зашли пообедать. Не разрешила она почему-то нам снимать. В общем, одна рыбка форель, такая средних размеров, 300 рублей. Чай 40 рублей. Вся сдоба, пирожки, булки, плюшки по 60 рублей. Супы от 100 рублей. Маленькая порция 100 рублей, большая 170. Ну, вторые там цен не было, я и не заметила. Смотрела, так и не нашла. Ну вот мы утром кушали в Сухуми, завтракали в столовой. Там цены немножечко дешевле, пониже. Вообще все изменилось в Абхазии. Все цены поднялись. На все поднялись цены по сравнению с прошлым годом. Единственное, что цена осталась, проезда в транспорте. Вот 5 рублей стоит проезд в этом, в троллейбусе. Вот из города в город мы ехали. Из Нового Афона до Сухум 100 рублей. От Нового Афона до Гагры 150 рублей. В общем, так и остались. Вот купила я себе вот такую куквам. А вот эти еще орешки все никак. Думаю, купить, не купить. Куквам называется вот это вот. Это что-то среднее, гибрид, в общем. Лимон и апельсин. Очень вкусно. Килограмм вчера купила. Ну, очень вкусно. Ой, тут вкусности всякие, абхазские лимончики, мандаринчики, специи, сыры. Сколько сейчас апельсинчики? О, 60 рублей. Килограммчик лимончик 50. 25. Чай можно купить. Ведерочка зеленая. Зеленый чай 100, каркаде, абхазский, черный, классика. Такое маленькое... Как оно? Ведерочка 100 рублей. Что? Сок гранатовый, сок. Это еще какой? Желтый какой-то сок, интересно. А вот оранжевая бутылка, это что за сок? Вот. Мандарин, гранат. А вот это зеленый? Фихуа. А, фихуа, да. А гранат в какую цену? Гранат 200 рублей. Вот сзади там можете попробовать, я порезал. 200 рублей это что? Килограмм. Килограмм, да? Ох, какой красивый. Вино. А вот маленькие мандаринчики. А сколько здесь килограмм вот в пакетике в этом? 2,5? Вот уже остатки мандаринчиков, этих мандаринчиков 40 заканчиваются. Ага. С октября их собираем. Вот этот орех мне нравится, очень хочу попробовать. А как называется вот этот орех? Пекан. Питань? Пекан. А, пекан? Пекан. Родина Бразилия, развит у нас. Пекам, он инжир, 200 рублей такой. А варенье с шишками сколько стоит? 200 рублей, это лечебное. Вот я это хочу варенье купить из кам. Фухуа вот баночка есть, да? А с инжира сколько будет стоить? 200 рублей. 200 рублей. Так, надо что-то купить. С добрым утром, друзья. С добрым мартовским утром. Наше путешествие подходит к концу. Время 6:30. Я вышла на балкончик. Смотрите, как прекрасен Новый Афон. Вот с правой стороны монастырь, чуть-чуть правее море.
город просыпается. А вот с левой стороны гора Иверская. Туда есть специальный маршрут. Можно подняться на гору. Вот где-то с той стороны, вот за нашим домом, можно доехать на машине. И где начинаются крепости, видите? Там уже пешком. Вот мы живем у горы Иверской. Тоже на горе, на обычной горе. Вот это знаменитая гора Иверская. Со своими башенками. Видно. Ну, а мы продолжаем собирать сумки. Сейчас позавтракаем и на границу. Вот в этом домике мы жили. Кому интересно, посмотрите. Абхазия, первый сезон. Обзор жилья нашего есть. Ох, петушки как поют. С правой стороны море. Начинается новый день. А мы отправляемся в сторону границы. Вот тут можно пешком ходить вот по этим ступенькам. От нашего дома туда спускаешься. И вот с левой стороны, видите, здание с плоской крышей. Это вход в пещеру знаменитую. И вот по этой горе, вот внутри горы мы гуляли. У меня тоже есть обзор. Посмотрите, кому интересно. Про пещеру там на первом этаже кассы и вход. Ну, мы направляемся на границу. Утро теплое в Новом Афоне. Мы уже добрались до остановки. Называется она Ракушка. Вот такая. И сейчас мы будем ждать маршрутку. Маршрутки уже ходят. И можно на маршрутках добираться из города в город. А через дорогу море. Видите, друзья? С правой стороны монастырь, водопады. С левой стороны гора Иверская. О, там вот я вам показывала. С балкончика, где мы жили. Вот она с левой стороны. Сейчас башенку одну увижу. А, вот. Вот там на горе мы жили. Сейчас мы разговаривали с нашим хозяином, у которого жили. Он сказал, что 200 рублей сейчас вход стоит. На машине можно до полпути добраться, а потом 200 рублей платишь, тебе дают билетик и поднимаешься в гору. Ну все. Новый Афон. Пока-пока. Надеюсь, мы еще увидимся. А мы в сторону Гагры и на границу. Добрались мы до Псоу, до границы. Вот здесь вот можно на маршрутку на любую сеть. Видите, написано Псоу. А если ехать в Гагры или на Новый Афон, подойдете, почитаете, кому это интересно, если перемещаться будете по Абхазии или Суху, садитесь и ждете, пока еще будут пассажиры. Как только полный будет автобус, маршрутка начинает движение. Ну, а вот с этой стороны мы спускаемся и сейчас идем к границе. Вот видите, где люди пошли с правой стороны. Вот открыто уже там. Сейчас будет сторона Абхазии, а потом наша сторона. Наше путешествие по Абхазии заканчивается. Сейчас мы позавтракаем. Здесь же ждем, пока нам сварят вареники с сыром. И домой. Доехали мы до Адлера.
очень быстро прошли границу. Вот смотрите, с левой стороны это старое здание, а это уже современное. Вокзал Адлер, российские железные дороги. Быстро прошли границу. От поселка Псо уходит автобус 125П до Сочи. Он остановку делает в Адлере. И с Адлера у нас электричка на Анапу. Про электричку чуть попозже расскажу. От Псо, от границы до Сочи 105 рублей билет стоит. Ну, а нам надо сейчас где-нибудь присесть и ждать электричку. А это вокзал Адлера. Вот такой вот двухэтажный. На втором этаже зал ожидания. С одной, с другой стороны. А на первом этаже бутики. Кафешки. Наша электричка отправляется в 13:16, кажется, или 13:15. О, здесь тоже есть кафешки, бургеры, еще что-то там. О, надо посмотреть, подойти. И мы отправляемся в Анапу. Ну что у нас здесь? Спуск. Наша ласточка прибывает. Путешествие закончилось по Абхазии. Мы возвращаемся на электричке. Вагон номер 8. В общем, 8 вагонов. Вот такая ласточка. Стоимость билета Адлер Анапа 1100 рублей, сидячие места. Прибывает он в 9:30. Ирина, у нас 8-й. Дальше, кажется. Тяжело идти. Сумка еще. Вот это, кажется, наш вагончик. Сейчас посмотрим, что там внутри. Восемь вагончиков. Еще, наверное, посадки нет.